Сурп Саркис, армянский храм 1330 года, который в 14-16 столетиях выполнял функции духовного, культурного и образовательного центра армянской диаспоры. Здесь работали видные мыслители и художники того времени. Ценные рукописи, созданные в этой церкви, находятся сейчас, хранятся в Париже, в Иерусалиме, в Вене. Рядом с храмом находится кладбище. И вот я подхожу как раз к могиле Ивана Константиновича Айвазовского. Здесь он умер в 1900 году, захоронен здесь и его вторая супруга Анна поставила вот это надгробие, очень простое, лаконичное, из цельного куска мрамора. И в 1944 году, во время оккупации Крыма фашистами, она тоже умерла и была захоронена рядом с мужем здесь же.